Я знаю, что все женщины прекрасны. И красотой своею, и умом. Еще весельем, если в доме праздник. И верностью, когда разлука в нем. Не их наряды или профиль римский. Нас покоряет женская душа. И молодость ее, и материнство. И седина, когда пора пришла. Покуда жив, я им молиться буду. Любовь иным восторгом предпочту. Господь явил нам женщину, как чудо, доверив миру эту красоту. И повелел нам рядом жить достойно, по-рыцарски и щедро, и светло. Чтоб души наши миновали войны, и в сердце не закрадывалось зла. Автор Андрей Дементьев. Поздравляем с праздником! Ваш справочник кадровика.